вас з вами жіноче ток-шоу «3G плюс М» і я його ведуча Катя Лунгул. В одній з попередніх програм ми говорили на тему жіночих грудей, і в гостях у нас була лікар-онколог Ганна Олександрівна Богатир. Тоді ми пообіцяли їй, що обов'язково повернемось до теми онкологічних захворювань у жінок. Тому сьогодні говоримо про рак. Сьогодні у нас у гостях Діана Митро, клінічний онколог у Томоклінік, Наталія Броншпіц, нумеролог-психолог, і Жанна Січкар, співвласниця школи Wake Up, жінка, яка не з розмов знає, що таке рак, сильна, смілива, рішуча, яка сьогодні поділиться своєю історією. Я вас вітаю у нашій студії. Вітаю. Тема сьогодні складна. Хочеться інформативно поговорити з вами для того, щоб її повністю розкрити. За статистикою, рак займає друге місце серед причин смертності жінок після серцево-судинних захворювань. Торік від онкологічних захворювань померло 9,5 мільйонів українців. У світі саме рак стає основною причиною практично кожної шостої смерті. На жаль, це так. І одразу, звичайно, запитання до вас, пані Діано. Як все ж таки визначити, чи є в тебе це захворювання, чи ні? Хочу розпочати із питання онкоскринінгу. Онкоскринінг – це комплекс методів та діагностичних та тестів, до якого вдається здорове населення для того, щоб виключити або виявити наявність у себе новоутворення на безсимптомних стадіях. Що стосується молочних залоз, найперше завдання стоїть перед нами жінками. Спочатку менструації потрібно щомісяця обстежувати молочні залози. На що варто звертати увагу? Це асиметрія молочних залоз, зміна форми молочних залоз, почервоніння шкіри, лущення шкіри, виділення із сосків, крові, сукровичних виділень, тяжіння соска, збільшення лімфатичних вузлів. Якщо у вас присутні будь-які з цих симптомів, потрібно негайно звертатись до мамолога. Тобто це вже і є якісь початкові симптоми онкологічного захворювання? Звичайно, які вже дають нам підставу, що в організмі відбуваються зміни і треба звертатись до мамолога. Якщо ми говоримо про жіноче населення, це обов'язкові щорічні профілактичні огляди у гінеколога із обстеженням молочних залоз. Що включає в себе огляд у гінеколога? Це обов'язково ультразвукове дослідження органів малого тазу, огляд самого гінеколога, проведення ПАП-тесту. ПАП-тест – це цитологічний онкоскринінг, який дає можливість лікарю виявити передракові стани, такі як дисплазія шийки матки середнього чи важкого ступеню, і направити свої лікувальні дії для того, щоб запобігти переродженню цього процесу у злоякісне захворювання. Вибачте, що таке цитологічне? Цитологічне – це коли лікар-гінеколог бере мазок із поверхні шийки матки, з цервікального каналу і за допомогою мікроскопа проводиться дослідження цих клітин, які потрапили на предметне скельце. У сучасному світі онкології рекомендується застосовувати більше рідинну цитологію, яка дає нам більшу частоту виявлення цих дисплазій, а також одночасно можна провести тест на визначення ДНК вірусу папіломи людини, тому що відомо, що там онкогенні штами вірусу папіломи людини є основним етіологічним чинником у виникненні раку шийки матки. Яка періодичність? Щорічний огляд у гінеколога із проведенням цитологічного дослідження. Обов'язково. Де можна пройти цей аналіз? Ви можете звертатись до гінеколога, в якого ви спостерігаєтесь, або до лікаря в поліклініці, до гінеколога в поліклініці за місцем проживання. Ви знаєте, мені здається, що багато хто з жінок цим не переймаються і просто не ходять на обстеження. Як у вас, Жанна, Наталі, як ви ходите обов'язково на обстеження? Так, я ходжу регулярно.
Регулярно, да. И мне, собственно говоря, наверное, это и спасло от каких-то тяжелых последствий, потому что вот как раз обследование в течение года обязательно. У меня не было того страшного диагноза, это не была четвертая стадия, которая могла бы быть. Як це виникло? Ну, що сталося? Ну, собственно говоря, это была такая банальная история, случайность, когда я шла в спортивный зал и забежала договориться об обследовании своей подруги. Ей нужнее было, поэтому я зашла туда к своему доктору. Ну, находясь уже там, я дополнительно прошла все обследования. Мне в течение часа четыре доктора сказали, что у меня онкология. Причем сразу мне было сказано, что это злокачественная опухоль. И предложили операцию буквально через день. И я сразу же сначала была прооперирована, а потом шесть химиотерапий я прошла в прошлом году. Тобто лікарі можуть вже одразу сказати, да. Чи доброякісна це пухлина, чи ні? Ну, у мене було УЗІ, обслідування УЗІ, і там же, мені там же і сказали, що це злокачественна опухоль. Пробачте ще раз, яка у вас була стадія? Вторая. Друга стадія. Да. Що було після того, як пройшла операція? Доктор порекомендовал химиотерапию. Я, конечно, это Игорь Макарок. Я ему очень благодарна, потому что он как психолог правильно мне назначил. Он сказал, что одну-две нужно пройти обязательно, а там будем смотреть. Ну, он заранее знал, что это будет шесть, потому что если бы мне объявили об этом сразу, я не знаю, как бы это все проходило. Вот. И каждый раз мне добавлялось, ну, еще одна, ну, давай еще одну. И такие шесть я их прошла. А вот, ну, со всеми последствиями. Последствия, конечно, ну, скажем, безрадостные. Это было облысение, это было много там, нейропатии и тому подобное. Это все было. Ну, ничего, со всем этим пытались все вместе. Ну, все ж таки. Сражаться, не знаю, какое слово. Ну, все ж таки, от від чого виникає це захворювання? Да, багато хто каже, що це генетично. Багато хто каже, що якщо в тебе є ця клітина, то все одно це буде. Від чого виникає? Діан, скажіть, будь ласка. Злоякісні новоутворення дійсно в нашому організмі виникають через те, що накопичуються мутації і виникає неконтрольований ріст утворення. Ці мутації в нашому організмі виникають кожного дня. Але коли вже на генетичному рівні система, яка забезпечує відновлення цих мутацій, не працює, мутації накопичуються і виникає, розростається власне новоутворення і проявляється клінічно. Вже виникають певні симптоми. Чи є якісь вакцини, наприклад, що можуть лікувати рак, або є якісь новітні технології лікування? Ми користуємося своєю практикою тільки ті лікарські засоби, які пройшли доказову медицину. Звичайно, зараз онкологія розвивається, є сучасні методи лікування, це препарати імунотерапії, це таргетні препарати ціленаправлені, які нам дають нові можливості і покращують ефективність нашого лікування. Вакцинація не входить в перелік рекомендованого лікування вже діагностованого злоякісного новоутворення. Як психологічно ви змогли це пережити? Тому що зазвичай, коли спілкуєшся з людьми, вони кажуть, що насправді моє життя просто перетинається до і після. Ти стаєш абсолютно іншою людиною, ти по-іншому думаєш, ти по-іншому сприймаєш якісь речі. Як у вас було? Це правда. Я от це до і після я це почувствувала. Знаете, наверное, каждый проходит свои уроки. Мне очень сильно помогли мои близкие, мои друзья. Это, конечно, самая основная поддержка, это моих близких людей.
Причем они готовы были подстричься на лысо вместе со мной. Я еле удержала их от этого, потому что это не нужно для меня в тот момент было. Они устраивали мне всевозможные сюрпризы, развлекательные мероприятия, все что угодно, но это не работает. Это в тот момент ты понимаешь, что тебя любят, тебе это безумно надо, но ты настолько на своей волне, у тебя поселяется страх, и вот это вот, чтобы выйти из этого состояния, это уже была моя работа. То есть я находила то, что нужно лично мне. Я читала книгу Донцовой, которая в свое время пережила очень много операций и, собственно говоря, живет сейчас успешно, известный автор многих книг. Я как раз в этот момент в прошлом году заболел известный онколог, хирург Андрей Павленко. И он вел свои блоги. Было безумно полезно мне его смотреть, потому что его переживания, но еще он это объяснял с точки зрения, он врач, и он рассказывал именно как медик все процессы, которые происходили. То есть я искала какие-то свои способы выживания, скажем так. Ну и вот это все вместе взято, когда самое главное, я считаю, что найти очень правильного врача. Врач должен быть доступен, он должен быть понятен, он должен объяснять эти все вещи понятно для пациента. Потому что когда ты понимаешь весь механизм, ты перестаешь бояться. И когда вот уходит этот страх, тогда включается уже разум, и ты начинаешь нормально жить уже дальше, строить планы, и как-то жизнь продолжается. Когда в тебе живет этот страх, это невозможно. Поэтому я считаю, что вот этот основной компонент – это, конечно, правильный доктор. Да, мне повезло, да. Мне действительно, у меня было два доктора. Он Игорь Макарок меня сопровождал и Александр Бондаренко. И я получала полную информацию, все ответы на мои вопросы. Але ж, вибачте, зараз вас переб'ю. Треба ж, по-перше, знати, що це дійсно спеціаліст. Да. Що пройде операція. І ти, ну на 100% ми не знаємо, які можуть бути потім впливи на наш організм зі сторони цієї хвороби, але все ж таки, mm-hmm. треба бути впевненим, що ця операція 100% пройде правильно. Mm-hmm. І для тебе це кваліфікований буде лікар. Ну, это какие-то вещи ты знаешь о человеке, как о специалисте, ты прочитал, ты слышал. А то вам их порадили? Нет, я как-то сразу, когда мне поставили диагноз, я обратилась туда, к Игорю Михайловичу, и мне он предложил операцию на следующий день, и я увидела, я не знаю, чисто интуитивно, наверное, но человек настолько расположил к себе, и я поняла, что это тот доктор, которому я могу довериться. Я только потом, уже после операции, мне задавали вопросы, почему ты не поехала в Киев, почему ты не поехала куда-то, потому что есть возможности. И, если честно, я даже об этом не думала. Я увидела человека, мне он сказал, и, в общем-то, я доверилась нашим врачам. Наташа, скажите, пожалуйста, вот вы психолог. Чи дійсно так, якщо лікар до тебе ставиться як до, не знаю, як правильно навіть сказати, як до пацієнтки і підтримує тебе повністю, це дійсно впливає дуже на хворого? Безусловно. Діло в тому, що іменно ця болезнь з цими, як ми привикли говорити, страшними діагнозами, она имеет тотальное включение психологии, психосоматики, эмоциональной реакции. Поэтому то, что объяснила Жанна, это как раз эмоциональное включение в доктора, на доктора, реакция на него. Ей было спокойно, она доверилась. А без этого бороться с этой болезнью никак. Как включение в саму болезнь, как принятие этой болезни, есть же разные стадии, так и доктор. Это, как знаете, звенья одной цепи. Если человек, болеющий, получивший диагноз, настроен самостоятельно с этим бороться, но не доверяет врачу, это выпадение системы, это не получится. Поэтому Жанночка говорит о очень важном аспекте, и, наверное, он даже самый
так сказать, первичный, да, потому что твое осознание в процессе, после, во время лечения, это уже процесс, а включение идет от доктора. Ты смотришь на человека, ну, извините за выражение, на своего спасителя, потому что никак. Ты видишь человека, который это знает, который это проходил, ты к нему приходишь за помощью, и ты должна понять, что он тебя спасет, поможет, конечно же, с твоим участием, но изначально вот эта встреча с доктором, вот это принятие его. А есть еще, я люблю такое выражение, вот чем больше осознанности, понимаете, чем больше осознанности, тем меньше болезненности. Вот осознанный выбор, осознанное принятие, что человек профессионал, что человек объяснит, человек поведет меня, потому что это же не зуб вырвать, вырвала и ушла. Поведет, это долгий путь. Это произошло у Жанны, я считаю, это один из таких вот факторов, да, который... Да, помог. Это правда. Именно она же сама говорит, да? То есть она даже не собирала никаких сведений, не читала его автобиографию. Нет, это случилось, нет, это было первое знакомство, это правда. Это случилось, а ведь и сама болезнь это неприятная, она же тоже имеет привязку к психосоматике, к тому, что вот здесь. Это может быть любой орган, но это начинается отсюда. Вітаю вас! Не могли залишити випуск без експерименту, тому ми сьогодні знаходимося у медичній лабораторії «Інвітро». Уявіть собі, саме вона має більш ніж 50 медичних офісів по Україні, багаторівневу систему контролю якості, швидкість та точність лабораторної діагностики. Сьогодні буду перевіряти на собі, здавати кров із вени на онкологію. Чесно, дуже нервую перед цим експериментом. Зараз покажу вам, як це все буде відбуватися. Ходімо. Доброго дня. Доброго дня. Чим я можу вам допомогти? Хотіла б здати сьогодні аналізи на генетичну спадковість молочної залози та яєчників. Угу. Коли був останній прийом їжі? Мене попереджало, що зранку не треба нічого їсти, тому угу, нічого не їла. Угу. Вартість ваших аналізів буде 950 гривень плюс 30 гривень забор. Всього 980 гривень. Виконуватись аналізи будуть до 6 робочих днів. Угу. Максимальний термін буде на 28.10. Вам підходить? 20? Да, да, все будемо нормально. Будемо оформлятися? Да, давайте. Добре. Давайте звіримо ваші прізвище, ім'я по батькові, дата народження, жіночі, номер телефону, ось аналізи, які ви здаєте. Якщо дані вірні, поставте, будь ласка, підпис, ініціали ваші і число. Катерина Геннадьевна, проходьте, будь ласка. Дякую. Ух ти. Речі можете на кушетку положити. Звіряємо. Маркировочку, пробірочки. Прізвище і начало імені. Є, так? Беріть ручку. Ось тут, будь ласка, поставте підпис, прізвище, ініціали та дата. Це вже за маркировочку пробірочки. Що ви звірили, вона ваша. Дуже переживаю, якщо чесно. Не зараз, коли буду здавати аналізи, а коли буду отримувати аналізи. Бо все, що я собі надумала, я сподіваюся, що це не буде підтверджено. Ну, подивимось. А це боляче? Ні. Ні. Як ви переносите забор матеріалу? Що? Забор крові, як ви переносите? Нормально. Крові не боюсь. Добре. Я просто перший раз даю такий аналіз. Алергії на пластир немає? Ні, немає. А що, буває алергія на пластир? Так, зараз вже є. Ух ти. Заживайте клопчик. Я рядом сижу. Голочка у нас стерильна, одноразова. Серпи вас відкриває. Щось вона така товста? А, ні, тоненька. Ні, товста щось дуже.
Зробіть, будь ласка, вдох, видох, розжимайте кулачок. Все добре? Да. Все добре, нічого не змінилось? Да, все нормально. Ручку потримайте зігнутої хвилинки 3-5, угу. Щоб у вас не залишилося синяка. Через півгодини пластир можете знімати. Дякую вам, чесно, дякую. Скажіть ще, будь ласка, які можна здавати аналізи у вашій лабораторії, щоб дізнатися про онкозахворювання? Який спектр? В нашій лабораторії дуже великий перелік лабораторних досліджень. В тому числі вони спрямовані на діагностику онкологічних захворювань для жінок. Ви можете здати на спадкову схильність до раку молочної залози та яєчників. Угу. Те, що та, сьогодні, так? Те, що ви здавали сьогодні. Угу. Також можна здати для оцінки ризику раку яєчників визначення індексу РОМА. А що таке індекс РОМА? Це йде для оцінки ризику, скажімо, діагностики раку яєчників. Ага, це зрозуміло. Також ми можемо порекомендувати онкоризик жіночий, включає в себе цитологічне дослідження, а також виявлення наявності вірусу папіломи людини, що використовується для ранньої діагностики раку шийки матки. Угу. Повний спектр дослідження, а також їх підготовку ви можете дізнатися в нас на офісі, або за телефоном контакт. Або зайти на сайт, або зайти, подзвонити, да, у головний офіс, дізнатися, або вам сюди можна подзвонити. Контакт-центр, так. Номер телефону 0800 50 90 90. Дзвінки безкоштовні. Бахіли не забудьтеся. Точно, як завжди це буває. Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому погані емоції не мають нічого спільного з нашими хворобами. Зараз трішки зачитаю вам, як вона сказала. Негативні емоції і образи не можуть бути причиною виникнення онкологічних захворювань. Це небезпечна помилка, яку іноді поширюють навіть сучасні медичні лабораторії. Твердження про психосоматику онкозахворювань не мають ніяких обґрунтувань наукових. І ніякі емоції не викликають рак, причина в молекулярних механізмах і ймовірності. Чесно, моя думка, я як не спеціаліст, я з нею погоджуюсь. Тому що для мене все ж таки рак – це онкологічне захворювання. Якщо це генетично є, то воно буде. Навіть якщо ти проживаєш своє життя весело, ти цінуєш кожен момент, ти дякуєш Богу за те, що ти живеш, за кожен момент, але все ж таки, як можуть слова чи думки впливати на наш організм, на наше здоров'я? Як ви, Наташ, на це, як це сприймаєте? Я не буду опровергать, пусть мнение останется с Ульяной Супрун. Це моя думка, да. Осмелюсь и имею факты по количеству, так сказать, лет консультирования людей имеют, Кать, очень большое значение словам, мысли, эмоциональная реакция, эмосостояние человека, психологическое состояние человека. Ни в коей мере не отрицаю генетику, потому что мы созданы, клетки заложены, даже есть, вот Диана, наверное, мне, так сказать, подтвердит, есть такое понятие, как раковые клетки есть вообще у всех, да, или нет, с медицинской точки зрения. То есть они есть, и потом они только просыпаются и включаются, или нет? Ні, я з таким твердженням трошки не згідна. Є онкологічні захворювання, які спадково обумовлені, тобто в нашому організмі є зміни в генах, які нам передались по спадковості від наших батьків. Ось, і коли ці мутації є, то ми знаходимося в групі підвищеного ризику виникнення онкологічного захворювання. Так, а є спорадичні мутації, тобто, як я пояснюю, які виникають кожного дня в нашому організмі. І при їх накопиченні вже розвивається онкологічне захворювання.
але каже, що стрес є як пусковим механізмом раку. Я читала, тому що собираю ту інформацію. Значит, і це були дослідження как раз таки медиків німецьких, не езотериків ні в коїй мірі, медиків, що депресія, нервное психологическое состояние влияет на клетки Т-киллеры, вот эти, которые должны справляться с этим заболеванием, влияют, их угнетают, и тогда уже наши клетки ДНК не имеют такой способности к восстановлению, и тогда уже происходит вот то, что происходит, цветет буйным цветом. Опять-таки, не мое исследование медиков, и я согласна, потому что очень много примеров, когда человек, очень много статей, очень много исследований, что онкологии предшествует определенный эмоциональный шок, стресс, который проживает человек как-то. Это все и генетика, то есть, безусловно, это родители передали, то есть вот связь. Завязка. И это можно опровергать, можно соглашаться, можно собирать статистику из людей, которые рассказывают свою историю, как у меня это произошло. А происходит в основном из-за того, что человек находится... онкология – это же не только заболевание людей там, каких-то там, я не знаю, печально-депрессивных. Нет. И не только людей... А чему тогда кажут, что рак – это хвороба души? Души. А подождите, человек, который живет в социуме, он своей душой реагирует на любое состояние по-разному. А если человек, вот я хотела закончить, то это ж не только болезнь людей, которые там не имеют какого-то там финансового обеспечения, им не повезло с обследованием, не заболели. Нет. Большое множество людей известных, людей социально активных, людей реализованных, как мы видим. Но мы видим, а теперь мы возвращаемся к душе. Что у них на душе, когда мы видим, что они реализованы и успешны? Кто знает? Никто. Знают только они по своему реагированию. Он здесь известный, он зашел домой, и он в такой печали и депрессии, дома что никому не... Угу. Поэтому это даже не про гордыню, там бывают такие трансформации. Вот загордился, вот там потерял, я не знаю, там почву из-под ног. Нет, это реагирование. Насколько ты включаешься в эмоции, которые тебя сопровождают в жизни. Вот я так думаю, вот это вот включение. Насколько ты впускаешь, чтобы это тебя касалось. А потом уже включается генетика, последовательность. Вот, знаете, запускной механизм, я так считаю, что психология, что психология, психосоматика, она уже просто как какой-то маяк для человека, который хочет знать. Мы же еще, мы так все... так сказать, обобщили, а есть же люди, даже получившие заболевание, и они не хотят знать. То, что они не хотят лечиться, они не хотят знать. И это тоже же следующая ступень к выздоровлению. Они не воспринимают информацию для себя? Конечно, очень много людей не принимают. Очень много людей эмоционально реагируют, почему мне, за что мне. Для чего мне очень мало кто задает такой вопрос. А вот вопрос, для чего мне эта ситуация, это тоже, но это психологический фактор. Это важная следующая ступень по этому пути, повторюсь, долгому, долгому. Это всегда происходит долго. И ни в коей мере я не нивелирую способности медицины. Без нее никак. Нет. Что вы? Я не хочу, чтобы меня там как-то ассоциировали, что я говорю, только психология, садимся, значит, в асану, смотрим на Луну, и все пройдет. Ни в коем случае. Доктор, правильный доктор, как сказала Жанна, вовремя обследование и сознание. Сознание и осознанность. Это произошло. Задай себе вопрос, для чего? Для чего это произошло? Что надо сделать? А найчастіше мы одразу думаем, о чему я? Конечно, чому зим... да. Я часто, постоянно так себе говорю. Так думают. Ну, чому так я? Думают, ну, чому не хтось інший? Чому я? Ну, тут и это же мы на это не влияем. И не повлияем. Для чего? И медицина на это не повлияет. И генетика, опять-таки, генетика все равно привязывает психологию. То есть, насколько ты психологически
хочешь быть осознанным, и ты понимаешь, ты же должен понять, если генетически мама, бабушка, дедушка имели, значит, ты уже, как ты к этому настраиваешься? Один садится, ложится и ждет, не, ну а что я сделаю? Бабушка, дедушка, другой, небезызвестный всем случай с Анджелиной Джоли, что она сделала? Она не хотела это носить в себе и ждать. И она предприняла меры. Вот такая ее была психологическая реакция. А что она могла делать? Она могла сложить руки, ну куда я денусь, правильно? Так как у меня это, потому что это реально генетическое. А еще есть момент генетики, ну я не знаю, наверное, в нашей стране, может, это не так часто. Генетическое исследование пары, которая только собирается зачать ребенка. Есть такое исследование, чтобы знать, потому что мы же понимаем, то есть зачатие ребенка, соединение ДНК клеток мамы и папы, и что в итоге получается, и какой процент проблемности может быть. Есть такие вообще исследования? Хочу прокоментувати ситуацію із Анджеліною Джолі. В Анджеліни Джолі було виявлено мутацію в гені BRCA. Це свідчить про те, що вона знаходиться в групі високого ризику по виникненню раку молочної залози, також раку яєчників, через що вона здійснила профілактичну мастектомію для того, щоб максимально берегти себе від виникнення цього захворювання. Ці мутації потрібно визначати жінкам, які в ранньому віці захворіли на онкологічне захворювання молочної залози або раку яєчників. Також стричі негативним молекулярним підтипом раку молочної залози та в тих жінок, в кого в родичів першої, другої лінії були онкологічні захворювання молочної залози та раку яєчників. Почекайте, тобто обов'язково, якщо у самих найближчих родичів було онкологічне захворювання, тобто і тоді буде і у мене? Не обов'язково. Для цього і визначається. Рекомендовано визначити ці мутації. Якщо вони є, то тоді ризик, звичайно, збільшений. Але все рівно, якщо навіть будуть негативні ці мутації, це не означає, що вам не потрібно щорічно обстежуватись у мамолога та гінеколога. А в мене таке питання. От якщо так подумати, чому... От я хочу продовжувати вашу думку, Наташа. Чому одні спокійно переносять це захворювання і все швидко закінчується, а інші переносять себе у такий депресивний стан, і потім після того, як вони виліковуються, вони не можуть ну, жити далі нормально? Ви говорите, чоловік виздоровів, вилічився і не вискакує. Медицина же справилась, да? Ну, якщо чоловік выздоровел, пройдены все протоколы, наступила ремиссия, все прекрасно, человек не выскакивает. Значит, это уже не к медицине, значит, это куда? Сюда? К душе, к психологии, к мировосприятию. А это потому, что мы все разные. Именно об этом, вот с этого все и начинается, с настроя, как у Жанны, потому что она такая, с настроя ее окружения, потому что окружение во время этой болезни, это очень важно. Создание атмосферы, да, есть периоды, когда люди не знают, что делать, как помочь, как поддержать, сострадать ли с тобой вместе или вместе с тобой радовать, вот, как, радоваться, как Жанна говорит, мне надо это или это, но присутствие. Потому как, опять-таки, если мы будем возвращаться к позиции психологии, с привязкой к онкологии, предшествует такое, есть тоже статистические исследования, то есть предшествует у человека, который получили этот диагноз, такое вот состояние ненужности, невостребованности, где я. Вот человек не ощущает себя, и запускается этот механизм. Ну, раз ты себя не ощущаешь, у тебя нет места в жизни, ну, значит, не всем, повторюсь, не всем. Есть еще такая позиция, я ее использую в своей жизни, я ее считаю значимой, что если у Вселенной есть на тебя планы, ты должен справиться со своей задачей, значит, тебе будут испытания, и значит, тебе будут давать возможность это исправить. Но все равно проходить человеку самостоятельно. Включать свою душу, вот я уже говорила об этом, человек включается в болезнь по-разному.
человек запускает эту болезнь по-разному. Есть запуск болезни, например, как позиция вот прямо такого, знаете, самоистязания. У человека, к примеру, прошла какая-то вина, и он вот хочет в этой вине, значит, искупаться, насладиться, и вот он еще заболевает, чтобы вот да-да, я так это с точки переношу, вот так вот оно меня все потрепало. Есть болезни, которые нужны человеку. Вот ему комфортно. Есть и такие случаи. Ему комфортно, что он или она болеет. О, все засуетились, а то меня никто не видел. Все теперь вокруг меня как прекрасно. А для чего вокруг тебя? Это опять к человеку, к его психологии. Или просто, чтобы ты отметил, какие прекрасные вокруг тебя люди, они тебя действительно любят. Или ты впрыгиваешь психологически в это состояние и просто им наслаждаешься. Ты вообще выздоравливать не собираешься, потому что все прекрасно. Ты несчастный или несчастная, вокруг тебя все прыгают. И это же уже не про медицину, Кать. Это уже про душу и про психологию. Поэтому я склонна вообще вот думать, что итог прохождения этого пути – это обязательно вот этот симбиоз, когда ты учитываешь психологию, психосоматику и, конечно же, медицину, и контакт с врачом, и обстановка, и ну, все вместе. Ну, я не знаю, разделять и отключать. Дело в том, что есть опять-таки исследования, что именно отключение эмоций может привести к этому заболеванию. Потому мы, куда деть душу, куда деть эти эмоции? И смотрите, человек, который просто в жизни, да, и просто в какой-то ситуации эмоционирует, на простую какую-то боль. Вот просто он реагирует на эту боль. Мы же это воспринимаем нормально. Ой, да, тебе больно. Или там, ой, ты упал, тебе больно. Это нормально. Значит, тут мы позволяем и психосоматике включиться, и какую-то душевность добавить. А к такому колоссальному испытанию онкологии мы душу вытрем, психосоматику вытрем, куда вы... Ну, это я к Супрун. Надеюсь, она не смотрит. Да. А можно я еще секунду? Я, знаете, вот немножечко не согласна с понятием таким, как борьба с болезнью. Вот борьба. Когда человек начинает с ней бороться, он в этом погрузнет еще больше. А тут надо не бороться. Тут нужно правильно понять ситуацию, что эта болезнь у тебя появилась, и ее надо принять. Вот она поселилась в тебе, и она стала уже частью тебя. И ты уже все равно по-другому уже жить не можешь, она уже часть тебя. И у тебя, договариваться с ней как-то надо, что мы теперь дальше будем существовать вместе, но я жила вот так и вот так, ты мне не мешаешь, я не мешаю тебе и так далее. Ну, какие угодно механизмы, каждый себе это представляет по-разному, но вот когда у тебя идет вот этот вот диалог, и ты ее принял как часть себя и стараешься, как-то существовать дальше вместе, это, наверное, так даже быстрее проходит, да. Вот это вот и принять осознанно, опять-таки, да. С привязками психосоматики, потому что не сегодня мы это придумали. Локализация проблемы онкологической, орган или вся система, потому что есть же органы, а если это лимфосистема, лимфогрануломатоз, или это лейкозы, кровь, это же вся система. То есть от лимфы и от крови зависит вообще весь организм. Потому что, скажем так, на бытовом уровне есть такое понятие, там орган, извините за такое некорректное высказывание, вырезали, и все хорошо. А есть же все системное, то есть это уже говорит тоже о разных факторах, потому что локализация в легких – это тема невозможности, не давания себе вдохнуть жизнь полной грудью. Ось, до речі, я дуже хотіла це запитати, да. Чого ж наші такі... конкретні думки якось впливати на захворювання інших органів? Могут мысли и слова включаться даже в позиции с частицами «не», привязанным к нашим выражениям. Я хочу не болеть. Я там уже не больна. Тобто не можна казати не хворіти, не частицу не есть достаточная информация по этому поводу и статистика. Частицу не считывает мозг. Почему не знаю? Я не считывает. Сейчас сделаем даже эксперимент, Кать. Ты поверишь. Вот не считывает. Если вы говорите я не болею, то там слышат «я болею». Вот даже выражение «я здорова», все, тут не вместе, не вмещается уже вообще никакая мысль не про болезнь. «Я здорова».
Что происходит с частицей «не»? Легенький эксперимент. Катя, не думай сегодня о розовом слоне. Не думай. Я тебе гарантирую, что целый день розовый слон у тебя будет. И я зараз починаю думать розового слона. Ну, можешь перезвонить. У нас же твои контакты есть, скажешь. Розовый слон будет присутствовать. Хотя я тебя попросила о нем не думать. Есть слова, которые привязываются к болезни, которые мы употребляем в течение дня и не задумываемся, что мы там, я не знаю, там взрыв мозга, ноги не идут, руки связаны, там я не переварю, мне тошни, да, вроде традиционное высказывание. Значит, это наш сленг, повседневно. А это же про то, что «а не перевариваю». И часто не перевариваю, и все время говорю, что я не перевариваю. Здравствуй, кишечник, который должен все переваривать. Жан, а как вы до этого ставитесь? Вы контролируете, вот в момент хвороби контролювали свои думки, свои слова, все, что вы кажете, все, что думаете? Да, мне все импонирует, все то, что говорит Наталья. Еще у меня есть замечательный психотерапевт, с которым Светлана Лазицкая, она живет сейчас и практикует в Киеве. Я ее знаю много лет, и, собственно, она мне помогла очень сильно в выздоровлении, в этом процессе. Я не могу сказать, вот, что я сильная, смелая, выздоровевшая. Нет, я сейчас в процессе. Я реально вот сейчас живу с тем, что я прошла операцию, я прошла химиотерапию, я приняла болезнь, я понимаю, что вот сейчас у меня так. Как будет завтра, как она себя поведет завтра, я не знаю. Но понятное дело, что это все контролирую. И у меня всегда, я где-то фаталист, и я понимаю прекрасно, что день рождения, день прихода в эту жизнь и день смерти никто не отменял, поэтому от нас зависит то, как мы качественно наполним эту жизнь. А вот эти даты, это уже, да, я думаю, Наташа знает. Да, про смертность. То есть смерть-то, она же неизбежна, то есть она будет у всех. Да. Вообще понимание и принятие слова «смерть» можно же не с ужасом воспринимать, Катя. Не бойся, она будет у всех. Это определенный отрезок времени, каждому данный. Это как контроль. Да. То есть контроль того, что это будет. А как ты хочешь к этому дойти? С каким качеством, с каким осознанием? Поэтому наполняемость жизни – это то, что мы можем. Это зависит, конечно, от нас. И вокруг меня такие замечательные люди, что я всегда думала о том, что я не имею права превратить их жизнь в то, что они будут мне служить. Они будут все время за мной ухаживать и со мной переживать. И все, нет, я хочу радоваться жизни вместе с ними. У меня совсем другие цели в этом плане. Тобто оточення все ж таки також грає дуже велику роль. Огромную. Діана, скажіть нам, будь ласка, яка все ж таки профілактика раку? Профілактика раку – це є онкоскринінг, з якого ми, власне, і розпочинали, нашу передачу. Потрібно звертати увагу на своє здоров'я, прислухатися до власного організму. Як тільки з'являються якісь сигнали, скарги, негайно звертатися до лікаря для того, щоб вас могли скерувати на якісну діагностику і, відповідно, при потребі лікування. І обов'язково, як кажуть, там не палити, там шкідливі звички, все таке, да? Це грає роль чи ні? Ми, як лікарі, звичайно, за здоровий спосіб життя. Але уникати шкідливих звичок – це, на жаль, не обереже нас від виникнення злоякісних новоутворень. Є багато прикладів, коли і молоді люди, не вживаючи спиртних напоїв, не палячи, от, звертаються до нас, і ми діагностуємо в них злоякісні новоутворення. Дякую вам за те, що так максимально щиро та відверто поговорили на цю тему. Ну, чесно, я не знаю навіть, як підібрати слова. Жанно, ви просто рішуча, смілива, неймовірно красива жінка. Дякую вам за те, що також прийшли. Шановні дівчата, жінки, пам'ятайте, здоров'я у нас одне, треба слідкувати за ним, вчасно проходити діагностику для того, щоб бути спокійним. Обов'язково треба слідкувати за своїми думками та словами.
У нас сьогодні не буде чоловічої думки, тому що я впевнена, що усі чоловіки з нами погодяться. Слідкуйте за нашими новими програмами, коментуйте їх. З вами було жіноче ток-шоу «3G плюс М» та я його ведуча Катя Лунгул. Будьте здорові! На все добре! Па-па!